Что-то я такое припоминаю. Ладно, идем дальше. Здесь замок у нас небольшой. Вот, необходимо обойти все комнаты, чтобы понять. Во-первых, понимать, в чем идет дело, да, со всеми поговорить. То есть здесь игрушка на логику, что мне очень нравится в играх. Надо думать. Вот я, кстати, запрыгнул, взял пойло некое. Меня всегда прикалывает в английском языке какое-то снадобье, да, называется пойсом или пайсом. А с нашим русским созвучно со словом пойло. Вот мне интересно, мы слямзали у них это слово? Или они у нас? Вот смотрите, интересно, рыцарь дрыгается вот так вот, да? Видите? Дети, отвернитесь, заткните уши. Вот смотрите, стоит красивая девушка, да? Вот я сейчас к ней подойду. Вот что я делаю с ней? Разработчики этой игры, если вы еще живы, почему он стоит и дрыгается? Что с ним? Ну ладно, с девушкой, вот, кстати, я говорил, можно бить их, да? Но с ним ничего не происходит. Они бронированные какие-то. Девушка мне рассказывает, что если я собьюсь с пути, надо идти к оракулу, который, возможно, мне поможет. Вообще, я помню, что где-то какие-то потайные ходы еще тут есть. Ну, помимо основных сюжетных, есть еще такие вот второстепенные ходы потайные. О, комната с таинственной такой музыкой. Слышите? А, здесь можно сохраняться. Ну, у меня сохранение в эмуляторе. А вот, кстати, одна из немногих игр, где можно сохранять прогресс. Но давайте вот покажу. Блин, ну ёптыть. Кнопочкой B здесь. Я жму на A. Игра сохранена. То есть сохраняться можно. Здесь есть 4 слота. Вот. И всего 4 раза можно сохраняться. А потом...